24-25 сентября 2015 год. Республика Мариэл. Город Волжск. Волшебное озеро Яльчик. И снова встретились мастера холода. Компания «Торговый дом Росхолод» заразилась идеей и духом праздника. 15 раз единомышленники, профессионалы от холода в разных уголках страны встречали этот день. Представилась возможность и нам, команде «Росхолод», поведать братьям холодильщикам свое прочтение этого традиционного события. Перед нами встал вопрос, а как это сделать? Сохранить непринужденность праздника и славно поработать. Росхолод всегда готов к сложным и интересным задачам. И вот уже 16-й международный семинар «Слет. День холодильщика» под призывом «Расширяем горизонты» собрал профессионалов на Марийской земле. Итак, расширяем географию. 5 стран. 7 федеральных округов России. 44 города. В итоге 142 профессионала холодильного бизнеса. Представители науки, производства, сервиса и продаж. Расширяем программу и формат слета. Для участников слета открылись проходные двух крупных предприятий холодильного машиностроения. Сапитал Продмаш, рождающий всем известную продукцию торговой марки Палаер. И прогрессивный Грант, создающий серьезные холодильные агрегаты. Минуты езды и компания «Росхолод» встречает холодильщиков у себя дома. Вниманию гостей ВДНХ «Росхолод» – выставка, где представлено оборудование ведущих российских и мировых производителей холодильного оборудования. Особая часть этой двухдневной встречи – общение с представителями заводов. Презентация от производителей – важная и нужная теория для профессионалов. Разговор с глазу на глаз, возможность конструктивного диалога, брифинги с каждым из представителей заводов. И как же не повеселиться после славной работы? Ведь поводом для встречи стал праздник. День холодильщика открыт. Thank you.
рады передать эстафету следующим организаторам мероприятия. 17-й день холодильщика. До встречи, друзья!